Муниципалитеты подводят итоги 2013 года. Сегодня перед главой Чувашии отчитались власти Урмарского района. Развивается строительная отрасль, сфера торговли. Налогов здесь собрали больше, чем в 2012-м. Однако и проблем достаточно. На что глава региона посоветовал сделать ставку, расскажет мой коллега Дмитрий Ковалев. В местной администрации не скрывают, прошедший год был непростым. В районе собрали недостаточное количество зерна, но в то же время вновь начали выращивать хмель. Хотя пустующих земель еще много. Хозяева у них должны появиться уже в этом году, отметил Михаил Игнатьев. Вычисли отстающих. Вот я честно скажу, надо оформлять. Когда нет собственника, нет ответственности. Вот это всегда так было и будет. С этими безобразиями надо завершать. Недостаточно активно в районе развивается и малое предпринимательство. В прошлом году в Урмарах не открылось ни одного нового производства, а количество ИП и вовсе сократилось. Местную экономику спасают уже действующие заводы. На одном из них выпускают поливочные шланги. Продукция пользуется спросом. За ней приезжают покупатели не только из других районов, но и Москвы. Сейчас на заводе работают 4 конвейера, но в ближайшее время производственные площади планируют расширить. Местные власти дают предприятию зеленый свет. Но в программе на перспективу есть и другие пункты. Количество рабочих мест в районе хотят увеличить еще на 200. Власти муниципалитета надеются на приход новых инвесторов и перспективные проекты. Сегодня структура экономики субъектов малого и среднего бизнеса она достаточно сбалансирована в районе. Нет приварительного того или иного вида деятельности. И мало предпринимателей охватывают практически все отрасли экономики. Это и промышленная продукция, вот еще раз, 23% сельхозпродукции, производство сельхозпродукции, 28% рожной и оптовой торговли, 26% услуги, строительство и так далее. Ну, то есть я говорю, она достаточно, район достаточно сбалансирован по видам деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. Местная строительная компания обеспечена заказами надолго. Только в прошлом году в районе было возведено более 20 тысяч квадратных метров жилья. В конце декабря в поселке Новоселье отметили 30 семей. Дети-сироты, переселенцы из бараков. Начали осваивать свои участки и многодетные семьи. Необходимые документы у них на руках. Кто-то уже приступил к строительству дома. Кто-то кредит оформляет, вот получается так. И пока вот все надеялись, которые получили в основном в этом году, надеялись осенью начать закладывать фундаменты, а вот затяжная вот эта погода, она не позволила им. Сокращаются в районе и очереди в детские сады. В прошлом году в Урмарах начали строительство нового дошкольного учреждения. Подрядчики планировали завершить работы в ноябре, но глава республики потребовал ускориться. Двери садика должны распахнуться уже в сентябре. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.